душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Вот сегодня уже 13 февраля. Вторая неделя, как Церковь подготовляет своих чад к Великому посту. В канун этой недели, то есть 11 вечером, за всенощный день, пели «На реках Вавилонских». Это, вы знаете, это очень трогательная песня, которую пели иудеи, когда они были в Вавилонском плену. Вот эта песня поется всего в течение 3 недель. Вот неделя, накануне недели блудного сына, на Месопустной и на Прощенное воскресенье. Так что я вас приглашаю, дорогие братья и сестры, послушать этот трогательный псалом, эту трогательную песнь, потому что она человека на это как бы заставляет, как его делает, чтобы он стал более добрым, более чистым перед собой и перед людьми. Эта седмица уже, как в народе говорят, она пестрая, то есть соблюдается пост в среду и пятницу. И на этой неделе, вот 15 февраля, 2-10 праздник Сретения Господня. Это очень, 2-10 праздник, очень славный, великий праздник. И очень имеет свою богатую историю. Когда переводили книги с древнееврейского на греческом языке, то один из переводчиков увидел, что дева родит сына. И он хотел исправить, подчеркнуть там, что женщина родит сына. Его в это время остановила невидимая рука. И он слышит голос, что пока не увидишь, не умрешь. Вот это праведный Симеон. Ему пришлось жить, вы знаете, 360 лет. Когда был день Сретения Господа нашего Иисуса Христа, то Духом Святым он был как бы приведен в Иерусалимском храме, где он встретил Бога-младенца, и тогда он прочитал молитву «Ныне отпущающий раба твоего владыку по глаголу твоему». Там была и праведная Анна пророчица, которая тоже была очень в преклонном возрасте. По-церковно это говорят, что это день встречи человека с Богом, потому что на самом деле Бог всегда среди нас. Мы всегда живем с Богом в себе. Если мы такие грешные, что мы не можем его держать в себе, то это означает, что он рядом с нами, потому что Бог вездесущий. Нет места, где бы не было Бога. Книжники и фарисеи встретили Бога-младенца, вы знаете, сначала слушались, удивлялись, откуда у него столько мудрости, откуда, как он все знает в Священном Писании, когда он не учился в школе. Они думали, что Бога-младенец пришел только для того, чтобы спасти израильский народ. А Бога-младенец пришел для того, чтобы спасти всех людей, в том числе и нас с вами. Поэтому это имеет очень особое значение, вот этот праздник, встреча человека с Богом. Поэтому вот это 15 февраля постарайтесь приходить, кто может вечером накануне 14-го, кто может день праздника, чтобы прийти, это рабочий день. Но вы знаете, это очень славный такой праздник. И когда вы приходите в храме, постарайтесь тому, что не искать что-то такое и посмотреть, а просто заходите в храм и просто не думайте о том, что вы должны ставить свечку. А подумайте, входите в храм и думайте о себе, как себе очиститься, как стать добрее. Конец вот этой седмицы, то есть будет неделя Месопустницы, так называется. 19 февраля мы фактически заговляемся на мясо. То есть 19 февраля мы последний день кушаем мясо. Так что, дорогие мои, я вас поздравляю и с великим 2-10 праздником. Сретение нашего Господа Иисуса Христа и также с недели заговения на мясо, недели страшного суда. И давайте будем готовиться и к предстоящей седмице, которая вот тоже начнется у нас в скором времени. И храни вас всех Господь в добром здравии, и пусть благословение Господне будет над вами всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое.